Добрый день. По многочисленным просьбам моих подписчиков, гостей канала, подробнее показать, рассказать про свой питомник декоративных кур. Вот с этого ракурса я еще никогда не снимала. Ну вот видно, вот, что я такие вот выходы есть. У каждой породы имеет выход свой вольер. Хорошо видно. Длина вольера около до 25 метров, длина вольера. А ширина вольера разная. От 3 метров до 2 метров ширины, там зависит от клетки. Как клетка в середине есть. Брама темная, мясо-яичная порода. Палевая брама. Виандот черное золото. В следующем видео будем смотреть дальше мои породы.